зовут Николай Демидов, это PlatyVision, и сегодня я нахожусь на самой нереальной фотосъемке. BMM. Скажи мне, что сегодня здесь вообще происходит, потому что у каждого спрашивают. Честно, я не понимаю, чем мы здесь собрались вообще. Ну что, приехали, поржали, отсняли, по-моему, 15 великих диджеев. Там порнушку снимают. Разорвали студию, сейчас соберемся уже по домам. А, фотосет. Где участвуют все диджеи нашей компании. Ну, фотосессии это так, мелочи на самом деле. Фотографироваться с вами со всеми вместе. И я так понимаю, в будущем это будет большой сайт. Новый сайт. Как называется будет? I don't know. Я думаю, это в будущем будет лучший клубный проект. Будет Маша на день рождения, в курсе, да? Сейчас здесь проходит процесс фотографирования ребят для моего сайта. И, кстати, 17 числа всех приглашаю в клуб Пача на презентацию BMM. Booking by Мария Малякина. Самое главное узнать, как правильно строить кадр для того, чтобы все диджеи... Где начальник? Где начальник? Я начальник. Скажи мне, пожалуйста, как проходит процесс съемки и вообще послушны ли ребята? Выполняют команды на раз, два, три. Уже готовы выполнять, без кнута. Какой креативщик-то. Загонять. Скажи мне, а кто из всех самый лучший позер? Я. Веселый парень, очень креативный, и прямо у него фантазия работает на полную. Ну, так как я умный человек и знаю, что все съемки обычно откладываются на час, я приехал... На час позже. На час позже, и как раз сразу отснялся, поэтому... Есть время поиграть. Есть время поиграть, да. Пальцы большие устали, а так... Так все хорошо вроде. Здесь PlatyVision, это BMM! Главное, что для тебя в твоем творчестве? Я бы хотела очень играть больше на Западе. Больше мулатов? Голландский саунд, французский. А голландский, кстати, жесткий такой, нормальный, уверенный и причем легальный. Это новый трек Авичи. Это лайк. Ты на нем играешь? Ну, вообще, взял, конечно, просто так сфоткаться. А так на самом деле играешь, наверное? На самом деле, да. Какую музыку играешь? Ну, начинал когда-то с классики, потом перешел на джаз, а вот сейчас пробую хаус. Превью к видео «Ломай меня полностью». Я хочу, чтобы ты ломал меня. А я хочу, чтобы ты сломал меня. Ломай, ты же хочешь меня ломать. Ломай меня полностью. Ломай. Ломай меня полностью. У тебя лучше получится. Ломай меня полностью. Ну, ты не издевался надо мной. Ты не издевался. Жизнь. Артиста тяжела и... Неказиста. Да. Давай. Не стесняемся. Мы подкрашиваемся. А почему? Эмоциональность — это главное. Первый день весны. Что ты ждешь от весны? Как говорят, весна, грачи полетели, прилетели. Я желаю всем любви. Пожелать только улыбок, хорошего настроения. Весенней музыки, легкой. Больше секса, друзья, больше секса. Наверное, отличусь, не буду желать секса, пожелаю здоровья, потому что все болеют. Больше секса. Давайте всем выздоравливать. Больше секса, друзья. Этой весной хочется пожелать тебе больше секса, чтобы оттаял не только лед, но и любая ледяная ледышечка, любой айскримчик в трусиках растаял. Впереди грандиозная вечеринка в клубе в нашем Пача Москву 17 числа. Будет Five Star Family петь песенки. Будет большой парад диджеев, то есть все будут играть по 40 минут. BMM. Yeah. Мария Малякина. Йоу. Будет мега-тусовка. Это будет что-то грандиозное, потому что больше я ничего не знаю. Друзья, приходите все на Машину вечеринку, будет очень круто.
друзья, Пача, 17 число, welcome. Напросились на бесплатную фотографию. Процесс идет, съемка идет. Надеюсь, мы увидим большую коллективную фотографию всех вас, поэтому... На этом всем я с вами попрощаюсь. До встречи в Паче 17 числа. У нас еще идет творческий процесс, поэтому не будем сильно отвлекать. Так что, ребята, бай-бай, всех люблю. Ребята классные, креативные, у каждого есть свой реквизит, и это превосходно. Друзья, все 17 числа мы вас приглашаем куда? Хочу! Тебя хочу! Пати Вижн и Юлиан Капицын. BMM. Так, стоп, секундочку. Где платят, там и Пати Вижн, там и я. Ты мне давай не говори, что мне повторить. Я хочу всех видеть 17 числа. Я буду продолжать играть тогда и с тобой тоже буду общаться. BMM. Ты мне не расписала ничего, откуда я знала. А можешь еще раз вот говорить секс и аккуратнее его давай, чтобы твои новые трусишки пахли весной. А твой болтик всегда стоял. Да, и не простаивал. Thank you.